И всем привет! Я думаю, каждый из вас хотел скачать CSGO, CSS или же 1.6 на свой телефон, никак не заморачиваясь, не скачивая никаких сторонних файлов, а скачать просто какой-нибудь один на ПК, и то есть Google Play или App Store. Сегодня я вам расскажу про проект, который сумели выкатить на Google Play. Называется он Counter-Shot Source. Это CSS, это настоящая CSS, выложенная в Play Market. Это отчасти CSGO. Про нее я вам сегодня расскажу. Я надеюсь, тебе видос понравится, ты поставишь лайк и подпишешься на канал. Приятного просмотра. В игру постоянно добавляют что-то новое, начиная от каких-либо ножей, заканчивая картами и новыми функциями в настройках. Поверьте мне, когда я ранее играл в Counter-Shot Source, он был совсем сырой. Сырой, это была реальная CSS на телефон. Только сейчас ее прокачали. Ее прокачали очень хорошо. Я вам скажу, я советую каждому в нее поиграть. На самом деле, за то время, что я не играл, игра изменилась колоссально. Игра изменилась очень сильно. Ранее игра не была доступна в Google Play. После того, как сменился владелец, если я не ошибаюсь, игру залили на Google Play. И на данный момент она имеет около 500 000 скачиваний. Вы только вдумайтесь, 500 000 скачиваний. В игре присутствует постоянный онлайн. Есть кастомные разрешения, либо же вы можете установить уже установленное там разрешение, как 4:3, допустим, и все дела. А что касается графики, графика здесь замечательная. Очень много настроек графики, вы можете, начиная от физики, заканчивая кровью, вы можете все это дело настроить. А также можете показывать свой FPS. По FPS ограничений здесь тоже нет. Конечно, нужно будет привыкнуть к местной стрельбе и ходьбе, но я вам скажу, это будет очень легко. Вы можете здесь настроить управление полностью под себя. Настраивается абсолютно все, начиная от кнопок, заканчивая графикой. Тут все проработано до мелочей. Также вы можете установить свои скины и свои карты. Но это все дело вы заходите для этого по ссылке в описании. Там будет группа во ВКонтакте. В нее нужно обязательно вступить, чтобы вы зашли в игру. То есть скачиваете игру, авторизуетесь через ВКонтакте, заходите в группу, которая будет по ссылке у меня в описании, и там как раз таки все будет, то, что вам нужно. Как установить скины, как получить нож, а как получить ножи, я вам сейчас расскажу более подробно. При игре, то есть вы играете не просто так, за время, проведенное в игре, вы получаете ножи. Допустим, те же 300 часов вы наиграли, все, у вас есть нож-бабочка. У вас есть, без разницы, я не помню, либо нож-бабочка, либо другой какой-либо нож. Вы получаете за время, проведенное в игре, ножи. Есть кланы, есть турниры, есть матчи. То есть вы можете проводить клановые битвы, потом уже выступать на каких-либо турнирах. Если все так и будет развиваться, если этот видос вам понравится, и он наберет не меньше 10 тысяч просмотров, и лайки, и подписки от вас, то обязательно, возможно, в будущем мы проведем турнир с довольно хорошим призовым фондом. Но опять же, все зависит от вас. Набирайте хорошие просмотры, лайки и вперед. Возможно, там я создам в ближайшем времени свой клан, огурчики он называется. Вам нужно будет в ТГ перейти, если хотите об этом узнать раньше всех и присоединиться. То есть переходите в ТГ, также по ссылке у меня в описании, в закрепленном комментарии, все будет. Я надеюсь, видос тебе понравился, ты узнал про эту игру, про то, что такая игра существует, и то, что тебе никак не надо запариваться, чтобы скачивать CSS с ПК, потом скачивать АПК, кэш и устанавливать все эти дела. Оно того стоит, конечно, но это слишком долго и геморно. Здесь же ты получаешь все буквально на блюдечке. Устанавливаешь свои скины, карты, звуки, без разницы, и играешь. Я надеюсь, видос тебе понравился. Всем удачи и всем пока.